Привет, семья. Как слышите? Сигнал тревоги. 7 коротких, 1 длинный. Это значит оставление судна. Да-да. Если в торговом флоте это общая судовая тревога считается, то в рыбном флоте у нас 7 коротких, 1 длинный. Это значит, семеро одного ночь ждут. Одеваем это костюм, выходим на палубу. В район спасательных плотов. Как видите, гидрокостюм мне не по размеру, слишком велик, но приходится одевать. Давай сфоткай, подожди. Смотрите, как видон у меня хороший. Ну и все нормально. Поедем, да? Что запрещается делать, это одевание костюма в помещении. Нужно только на открытой палубе. Успешно прошли учения. Пытаюсь я теперь это все снять. Уже, видите, все понадорвано. Скоро у нас нечем будет одеваться. Клеенный по 10 раз. Все это не влияет. Ой, боже мой, ежемесячное учение. Вот, в этом гидрокостюме 1,5 часа можно продержаться в холодной воде. Но если я еще на футболку оделся, я уже вышел на палубу, замерз. Так что нереально. Еще из того, что не по размеру, маленький, большой, это хана. Набрать сразу воды внутрь туда. И у меня есть аудиозапись. Жена звонила спасшему моряку с Онеги. 11 минут. И он рассказывал, как он пытался спасти ее мужа. Но спас другого моряка. И он был в робе одетый. Он его держал под мышкой. Через несколько минут он замерз. И он его додержал до самого последнего. Когда уже поднимали их. Сам окоченевший был. Просто не передать. 11 минут. Кошмара. Это послушать я просто не хотел никому пересылать. Жуть.